Приветствую вас. Печальная новость. Цены на недвижимость в Испанию упали на 40%. Почему печально, говорю? Ну, я же знаю, что вы же владеете недвижимостью в Испании. Это печальная новость. Но кто не купил недвижимость в Испании, имеет возможность ее купить. Ну, падение цен на недвижимость в Испании, это логично. Да, вот как раз коронавирус. Ой, карантин в Испании вообще идиотский. Его даже у нас идиотский, в России идиотский. Там еще покрепче. А вот самое интересное то, что в Украине и в России цены растут на недвижимость. Но, да. Там в рублях, у нас в гривне. А если пересчитать доллары? Ну, если пересчитать доллары, то небольшое, но все-таки падение. Небольшое. Ну, а когда я говорю 40% в Испании, это в евро. То, жуть. Так что покупайте, пока дешевые. Зачем? Да черт его знает. Главное купи, а дальше будет видно.